Фанат Мик Джаггера говорил, что он плохой человек в 2009 году, потому что Мик Джаггер был очень рядом всегда с теми людьми, которых я знала из Англии, но в кино и Джереми Томас, и Херкулес Бельвиль, и с 2002 года Джин Пикоцци, я была с ними уже знакома, но я никогда не узнала, что я должна посмотреть Босанову, и также, что кто-то против меня плетет сети. Это и есть тот самый Талибан. Талибан, они задействовали в плетении сетей против меня. Вот эти все девочки, переодетые в мою одежду, и мужчины тоже, они все задействованы вот этими сетями Талибана против меня. Вот. И, конечно, если здравомыслящий человек раскрыл бы карты и сказал: так, вот это здесь, вот это здесь, а вот это здесь, чтобы уже не было вопросов, Талибан, вот, и тогда Талибан уже не имел бы никакого значения. Они бы расформировались, стали бы какой-то другой организацией и, возможно, занялись бы другими делами. Это все известно, но никто этого не делает по причинам, я думаю, что экономическим. Воры в законе занимает мои места везде, и кто-то за это получает что-то. Еще мне очень не нравится Сергей Брин, который залез с Гуглом в мое Apple лого, потому что я девушка, женщина. Я обращаюсь к правительству Франции. Меня зовут Эмпресс Вера Петровна Свечина. I was born in Soviet Union, and today is a very sad day because Jacques Chirac died. His name was talking about me. About my right hand, the letter K on my right hand. Jacques Chirac Красный, red. It means that I don't know what color is rack when it's caught in the river. I'm really sorry that I did not know Jacques Chirac when he was alive. I was attacked after I went to Cannes Film Festival the first time. I would like the French government to help me to get Putin and Medvedev to jail because they organized an attempt to kill me and they killed one girl with a cancer here. The girl who before with Putin and Medvedev killed my relatives, and then they wanted to kill me. They tried to make cancer in my body. Supported them Kurnikova, Sheikh Namdan, Hungarian Cheverniak. Jacques Chirac not respected because I'm his princess, and somebody tried to kill me from hometown of mine, Obninsk. My family is really disrespected by Putin, Medvedev, Abramovich, Zhukova, all the thieves in law. The head of that group is Мария Владимировна Романова. Теперь мне понятно, почему Курникова была инициатором, чтобы убрали вывеску «Энрикос», посвященную мне и оперному певцу Энрико Карузо.